Если вы не носите маску в общественных местах, то рискуете получить крупный штраф. Об этом стоит помнить каждому жителю Подмосковья, собирающемуся отправиться в магазин за покупками. Сотрудники Госадмтехнадзора, администрации городского округа Щелково, а также местной полиции проверили магазины в торговых центрах «Ладья» и «Кэмп» на соблюдение там обязательного масочного режима. В поле зрения комиссии попали все, как продавцы, так и покупатели. Подобные профилактические рейды проводятся на постоянной основе. Для всех нарушителей, которые не соблюдают простые правила по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, предусмотрены суровые меры наказания. В случае отсутствия маски у посетителя грозит штраф в размере 4000 рублей на физическое лицо, а в случае отсутствия маски у продавца штраф будет наложен на юридическое лицо, там размеры существенно выше, от 100 тысяч рублей. В принципе, мы, как видим, картина достаточно оптимистичная, большинство граждан сознательно относятся к данному вопросу, соблюдают масочный режим, за редким исключением. По результатам проверки двух торговых центров нарушений у граждан выявлено не было. Сотрудники магазинов в обязательном порядке носят маски. Покупатели в целом соблюдают установленные правила. Также в магазинах соблюдаются и другие санитарные меры. На входе у граждан проверяется температура, предлагается обработать руки антисептиком и следить за дистанцией в 1,5 метра. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.